Доброе утро, друзья. Итак, сегодня у нас загонная охота. Проводится она коллективно. Номера, загонщики. Юный помощник у нас сидит на дереве. Стоит у нас наш Фабарм L4S. Посмотрим. Второй раз на охоту взял. Первый раз не стрелял еще. Короче, еще не стрелянный новый, грубо говоря. Вот погодка крутая. Сыро с утра. Нереально. Тишина. Кое-где птички покрикивают, посвистывают, вороны пролетают. И мы ждем и надеемся на успех. Место у меня стою. Тропа вот тут идет по листве. Камера, наверное, не передает, так ее видно очень хорошо. Вот листва сорвана, олени, наверное, ходят. Но будем надеяться, что у нас выйдет кабанчик. Хотелось бы кабанчика. Ну, или оленчика. Косуль не хочется стрелять. Кабана или оленя? Интересно. Все, загонная охота у нас проходит только с гладким оружием. Боеприпас только пуля. Запрещена картечь, полукартечь. И все остальное подранков потом искать никому не хочется. Сейчас стрелки-снайперы стреляют, как всегда, везде, у всех. Очень хорошо. Ну, ждем. Итак, вышел волка, я видел. Вышел на кента. Упорол. А ну, подержи. Давай, Валька. Подержи. Такой красавчик. Посмотрите. Ну, просто царь. Да. На клычочки, гляньте, какие. А? Красавчик. Ну, будем классно, я просто красавчик. Красавчик. Самый же трофей, блядь. Вот этот трофейчик. Хорош, ну, хорош. Как его добыл? Итак, добыли волка, куча разговоров. Всем интересно. Фото, все дела, селфи. Смотрите, смотрите, что. Сколько эмоций у людей. Ну, можно считать, что охота удалась. Хоть один. Но есть. И то радует. Ребят, закончилась у нас на сегодня охота. Заехали мы на речку. Хочу понырять сейчас. Поплавать. Чистая очень вода. Хочу посмотреть просто, как оно. Видите, вода как слезинка. Посмотреть, что там есть. По охоте, значит, в первом загоне был добыт волк. И один подранок ушел. И второй загон... Добыли две косули, ребята, и еще стреляли по волку в поле, машиной догоняли. Волк на поле вышел, специально стояли машины в поле. Подранок тоже волк ушел. В общем, один добытый волк, два подранка и две косули добыли. Такая на сегодня у нас прошла охота. Все. Больше сказать мне вам нечего. Завтра будет новая охота. На фазана поеду в Павлоград. Первый раз в этом году после открытия было. Я еще никуда не ездил. Ну, завтра сниму вам. Постараюсь ролик записать по фазану. Всем спасибо за просмотры.